Олег, привет тебе из Нижневартовска, тебе и твоей компании. С прошедшим Новым годом. Сейчас хочу рассказать вот про ножик вашей компании. У меня их три, но вот этот нож, он у меня рабочий. Вот я им еще в прошлом году, это я его взял в июне месяце. Нож, ну как его назвать, наверное, рыбацкий, с такой вот инкрустацией хорошей, рыбка такая вот. Вот, замечательный ножик, начал я им работать в Астрахани. Поехал на рыбалку в этом году, то есть не в этом, а в 22-м году. Вот этим ножиком, значит, сталь N690, сразу давай скажу, заточен великолепно. В июле месяце, вот с июля месяца я им работаю, в августе в Астрахани 26 сазанов. Это именно 26 сазанов, только вот этим, этот я ножиком этот отработал. Идеальный остался рез, все великолепно. Сейчас здесь у нас в Нижневартовске, ну что, какая рыба, это окунь, щука. Налим, вот работаю этим вот ножиком по щуке, по окуню, великолепно все отрабатывает, вообще вопросов нету. Твои ножи отличаются, наверное, от других мастеров, у меня есть и другие ножи, естественно, других мастеров, я не буду там говорить про этих мастеров. Вот, отличаются великолепным резом, вот, эстетикой такой, ну красивый ножик, что там говорить, вот, ну и функционалом. Так что, отличный, великолепный нож, желаю тебе в этом году также продолжать эту работу, радовать нас, охотников, рыбаков, да просто туристов, ну и вам деньги зарабатывать на этих ножах. Все, пока.